игрока, либо на друга, на чужого. Конечно, и пока вратари сегодня действуют очень надежно. Это касается и Исаева, и Шикина. Георгий Иванов покатил передачу. Здорово, Никулин бросает. И какой сейв Дмитрия Шикина! Я же говорил, Дмитрий Шикин готов к сегодняшней встрече. И это он доказал, сделав вот это вот сверхспасение. Я думал, уже все, это гол. Но вратарь Витязь оказался на высоте.